Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала. Меня зовут Татьяна. Это спонтанный видеоролик, в котором я хочу пояснить еще раз немножко нюансы полива. Так как я поливаю свои растения, меня просили показать, рассказать об этом. И в комментариях часто задается этот вопрос. Таким образом, я решила записать этот видеоролик, в котором еще раз покажу, поясню, и, может быть, кому-то станет более понятно. Такое вот наглядное, кто-то для себя даже делает выводы, что видеопособие мои видеоролики. И я искренне рада, что мои видеоролики, мой опыт помогают вам понять эти прекрасные растения, применяя те же методы, которые применяю и я в выращивании орхидеи фаленопсис. Итак, не буду долго разглагольствовать, но только что вот от меня ушла одна из моих зрительниц, приходила ко мне за цветочком, подписчица, которая живет со мной в одном городе, Лена. И между делом мы разговорились, и мне сказала, что она сейчас в сложившейся обстановке, на улице у нас жарище стоит, плюс 33 градуса, несмотря на те видеоролики, в которых вы слышали грозу и дождь в предыдущих, вновь возвращается эта кошмарная температура и уже такое длительное воздействие таких высоких температур, конечно же, сказывается не очень благоприятно на наших цветах, не только орхидеях фаленопсис, но и на всех остальных растениях в целом. Я не говорю уже про садово-огородные культуры, которые очень-очень страдают от такой жары и от отсутствия какой-либо влаги. Дождей у нас нет. Вот вроде бы собиралась гроза, дождик чуть-чуть накапал, и нет. Все рассосалось, куда-то ушло. Так вот, в этом видеоролике я еще раз хочу показать, как я поливаю в таких экстремальных, их можно назвать, условиях. Хоть я и пытаюсь всеми возможными образами чуть-чуть снизить температуру, которая создается здесь вокруг моих орхидей, минус содержания, стеллажного содержания растений, это то, что вот лампы, они дают плюсом еще пару градусов, как я и говорила, и таким образом создается дополнительное тепло вокруг моих растений. Я уже рассказывала, что я использую вентиляторы, и вот, возможно, сейчас вы можете слышать, как работает вентилятор, установленный на этом стеллаже. Постоянно идет такой воздухообмен, гоняется воздух. Плюсом всегда есть открытые окна, это дополнительный свежий воздух. И в таких условиях, в условиях нагрева стеллажных полок, так как они у меня металлические, прогревается очень хорошо. И днище моих горшков, естественно, как вы уже сами понимаете, тоже нагревается, и влага испаряется еще быстрее, нежели, допустим, в комнате на полках, которые не нагреваются снизу, или на подоконнике. То есть содержание на стеллаже становится еще более экстремальным в сложившейся ситуации. И, несмотря на работающие приборы, сейчас у нас на улице 34 градуса, и мой вот этот гигрометр показывает 46% влажности вот здесь около этого стеллажа и 28,5 градусов прогрелся воздух. Вот такая вот температура здесь у этого стеллажа вокруг этих орхидей. Но, тем не менее, я хочу показать, как и в данных условиях прекрасно растут корни моих орхидей. И я уже рассказывала не в одном ролике перед этим роликом, что в данный момент я очень аккуратно отношусь к поливу, очень аккуратно поливаю свои орхидеи фаленопсис. Вообще, принцип моего полива можно посмотреть вот в данном видеоролике. Я ссылочку на него оставлю в описании под этим видеороликом. И принцип для тех, кто не смотрел мои эти предыдущие видеоролики, надеюсь, вам будет понятен. Сейчас на этом останавливаться не буду. И вот
сейчас я присела здесь убраться на полке, нужно протереть пыль, скопилось очень много пыли, а также немного полить мои растения. И хочу вам показать данный процесс. Хочу показать, как, до какой степени я довожу корни своих орхидей так, чтобы их и не пересушить. И плюс за это они меня одаривают новой порцией свежих отросших корней. Вот, даже в условиях вот такой жары, когда, казалось бы, некоторые орхидеи и затормаживают, но стоит лишь чуть-чуть перелить, и мы можем получить бактериалку, потерю растения, закукливание корней и, ну, все такие вот вытекающие негативные последствия. Сейчас вот вам показываю горшочек, и такая картина практически во всех горшках у моих орхидей. Вот так вот выглядят корни, которые готовы к поливу. Здесь вот оптимальная просушка достигнута, когда весь субстрат просушен, никакого конденсата в горшке не имеется, и корни тоже не влажные. И, как я уже рассказывала, определяю готовность фаленописа к поливу по тургору листьев. И вот у данной орхидеи, видим, растет замечательный такой лист, не буду его разлеплять. Это Soft Cloud, и вот растит новый цветонос. Старые цветоносы отсушивает. И тем не менее, я дожидаюсь еще одного признака, по которому я начинаю полив своих фаленопсисов. Это немного сниженный тургор листьев. Я вам говорила, что есть три признака, по которым я определяю. И вот в данной ситуации этот признак не оставляю без внимания. И только когда появляется некая податливость листовой пластины, я уже знаю, как в здоровом виде выглядят на ощупь, да, можно почувствовать листовую пластинку того или иного своего фаленописа. Да, как это ни странно, но я до такой степени люблю свои растения, что буквально на ощупь знаю, как оно выглядит. Было время, когда мне мой муж задавал вопрос: вот разбужу тебя, если покажу тебе горшок, скажешь, какое это растение, как оно называется? Я говорю, да, конечно, скажу, не вопрос. Хотя для него они как были все на одно лицо. Вот. Но таким образом я также знаю, какой тургор должен быть у той или иной своей орхидеи. И дожидаюсь вот такого момента. Осмотр своих фаленописов, я говорю, делаю каждый день. Каждый день на это тратится очень много времени. И вот хочу показать вам, как выглядит корневая система и как растут корешки, если они не испытывают дефицита влаги. Это очень важно. Тоже очень важный момент, наряду с тем же моментом, что и перелив тоже должен быть исключен. Также и пересушка корневой системы не должна быть. Пересушка приводит к сморщиванию корневой системы и в дальнейшем ее отмирании, заболеваниях каких-то и так далее. Но когда корни вот такие вот, оптимальная просушка и листовые пластинки чуть-чуть податливые, я начинаю полив. И полив, он немного отличается от того полива, который мог бы быть, когда температуры могли бы быть средними, да, средних таких показателей, 22-25 градусов, 27. Но когда шкалит за 30, стандартного полива я не делаю. И делаю очень осторожный полив. Вот Лена пришла и говорит, посмотрела твои ролики. В общем, ну, боюсь поливать свои орхидеи. Вот знаю, что излишняя влага — это очень плохо. Ну вот как бы мне полить? На что я сказала, не бойся, на один пальчик, на половинку пальчика добавляй в емкость водички и пусть пьют. Пересушку ни в коем случае нельзя допустить, тем более вот в сложившейся ситуации, когда вода, она просто необходима. Но для фаленопсиса самое страшное – переизбыток
влаги. А тем более вот при таких высоких температурах, как я уже и говорила. Все время приходится повторяться, но с каждым моим видеороликом, с каждым моим пояснением и объяснением, как бы до некоторых людей доходит все больше и больше из тех роликов, в которых они что-то не поняли или недопоняли. И, в общем-то, приходит понимание, следует моему примеру, так скажем, да, и все начинает получаться, проблемы уходят. Вот, сейчас покажу еще один фаленопсис, в который я уже добавила водички. Вот это Snake Skin, она у меня вновь зацвела, долго держала свое цветение на 2 цветка. И здесь вот опять вновь, но одним цветочком только меня радует. Но несмотря на это, то, что она и зацвела в таких экстремальных условиях вновь, сейчас в серединке у нее появился молодой листик, начал расти. Листья тоже слегка отпущенный тургор. И корешочки у нее тоже были светленькие, просушенные. И посмотрите, как тоже великолепно выглядит корневая система. Вот так везде-везде эти молодые кончики. Везде активная фаза роста корешков. То есть орхидея даже в таких экстремальных условиях, она не чувствует себя плохо. И вот посмотрите, как заключается полив. Ей я уже дала водички. И вот он. Сейчас я поставлю этот горшочек. Посмотрите, вот буквально на пол пальчика, да, можно видеть, на пол пальчика я налила воды. Вода, конечно же, теплая. И вот таким образом орхидейка стоит, и корешочки постепенно увлажняются. Здесь происходит, естественно, и испарение, и какую-то часть влаги воды впитает и сам субстрат, и корешочки. И вот уже, наверное, минут 20 тому назад произошел этот полив, но я решила взять камеру и записать, и взяла это растение в качестве примера. И вот за 20 минут уже большая часть корневой системы достаточно увлажнилась. Здесь из-за такого малого количества влаги не произойдет слишком высокого замокания грунта. Да? Влажность остановится где-то на середине горшка. Я это уже знаю опытным путем. Не поднимется к шейке растения, близко не подступит влага. И тем самым не создастся никакой угрозы, не намокнет верхний слой грунта и не будут развиваться какие-то патогенные организмы и прочие, вызывающие гниение, гнили и всякие прочие неприятности. Вот. Есть еще одна орхидея, и полив ее я сейчас произведу на ваших глазах. Не успела я ее полить. Вот это красавчик Blackface, давний мой дружочек. Тоже можно видеть, растет листик. Сейчас такая картина на очень многих моих фаленописах. Я уже рассказывала, что периода покоя у моих растений нет совершенно. Есть только такие сменяющиеся периоды более активного роста и такого не очень ярко выраженного роста. То могут расти очень активно корни, то могут расти активно листья, то эти фазы могут происходить совместно. И вот так выглядит корневая система этого растения. Но здесь я вот сейчас наблюдаю, чуть-чуть пересохли корни, не знаю, будет это видно на камеру или нет, и некоторые корешки немного сморщились. Я уже показывала этот горшок неоднократно, когда делала видеоролики о грибнице в горшке. И видите, это растение прекрасно живет, корнями забито все-все-все, но вместе с этим вот они имеются активные корни. Вот они всячески загибаются, изгибаются. Храню их, чтобы как-то не травмировать. Вот такие вот корешки, корешульки, корешищи. Толстенькие. И от шейки растут, и молодые корни. И в горшке также вы видите, как они
хочется сказать, плодятся, да. Вот. Ну и есть вот такие корни. Сейчас я буду заниматься здесь уборкой на данной полке и обрежу все сухие ненужные части, которые образовались на моих фаленописах. Вот. И сейчас сделаю полив, вот, чтобы все это дело было наглядно, а то постоянно разговоры. Давайте польем это растение. Вот так поливаю излейки и в край, в поддонце, совершенно немного, на пол пальчика, максимум на пальчик, смотря какой грунт, смотря сколько корней в горшке, все это нужно учитывать, я это все рассказывала. И вот таким образом такого количества влаги хватит на то, чтобы увлажнилась вся корневая система, чтобы весь веломин позеленел, а это значит, что он вберет в себя воду, влагу, но этого не хватит для того, чтобы произошло какое-то излишнее замокание верхних частей, верхней, значит, поверхности горшка, да, и, естественно, шейки. И вот таким образом, как бы я приноровилась, поливаю свои растеньки, и это позволило мне избежать очень многих неприятностей. Кому был данный видеоролик интересен, и если он стал еще и полезным, то ставьте лайки, пишите комментарии. Если остались вопросы, задавайте, с удовольствием отвечу. Не всегда это бывает сию минуту, но я стараюсь всегда отвечать. Если могу ответить коротко, то отвечаю тоже в комментариях. И если считаю, что ответ не может быть короток, я никогда не буду отвечать «да», «нет», «не знаю», когда мне хочется более обширно, развернуто ответить на вопрос, то я могу записать видеоролик. Поэтому, пожалуйста, не обижайтесь, если я не отвечаю на ваш вопрос. Возможно, я просто запишу видео-ответ на ваш вопрос, потому что знаю, что уже такие инциденты, они есть на моем канале. Прошу держать себя в руках, не обижаться. Сейчас жара, дел очень-очень много, огород просто-напросто засыхает. Дома приходится в два раза больше, чем обычно, контактировать с орхидеями. Силы как бы на пределе, да, понимаете сложившуюся ситуацию. Сил особо тоже нет. Активность человеческая, она как бы тоже снижена. Жара делает свое подлое дело со всеми. Вот. Ну и подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами была Татьяна. До новых встреч. Мне даже очень захотелось показать результаты, итоги данного полива. И вот прошло несколько часов, за несколько часов орхидея смогла впитать всю воду, которую я ей предложила и подлила в поддон. Вот сейчас я извлеку этот горшочек из поддонца. И вы сами сможете наблюдать, что никакой лишней влаги не осталось. Мне даже не пришлось ходить, тратить лишнее время и выливать лишнюю влагу. Но корневая система целиком и полностью увлажнилась. Увлажнение произошло как самых низших корней, так и корней практически до шейки растения. Но при этом, посмотрите, грунт, то есть кора, он остался неувлажненным, но корни очень хорошо передают эту влагу мху. Вот можете наблюдать, что мох тоже частично увлажнен, и корни являются своеобразным таким фитилем, который натягивает, не только передает орхидеи влагу, но и передает ее грунту, да, кусочкам коры и тем более мху. Очень охотно увлажняется от корней и мох. И что было бы, если я бы дала большую порцию воды, то, естественно, бы вся посадка, она замокла еще бы большим образом. Но вот здесь в посадке произошло увлажнение нужное, не чрезмерное, нет какой-то лишней, избыточной влаги. Все корешочки увлажнены, и кора тоже увлажнена.
И вот таким образом грибница здесь, она не живая. Можете видеть, что уже засохшие комочки. От нее я не пытаюсь избавляться. И, в общем-то, вот таким образом орхидейка получила порцию воды, влаги. Вот таким образом я произвожу полив своих растений. И, в частности, вот в такой сложившейся ситуации при, можно сказать, аномальной жаре. А в условиях нашего климата эта жара, она действительно считается очень сильной, несмотря на то, что мне там пишут хи 33-35. Мы живем при 40, при 45, и ничего, орхидеи живут. Ну, знаете, мне не хочется негативить, но все бывает до поры до времени, и температура на разных частях нашей родины, так скажем, она может чувствоваться по-разному. У моря чувствуется эта температура совсем иначе, у моря даже я себя чувствую, и при плюс 40 градусах великолепно. Ну вот там, где я живу, даже 27-30 градусов, неимоверная духота создается. И когда температура 33 градуса в тени, я подчеркну, на солнце я даже не измеряла, она там, наверное, ближе к 50, у нас раскаляется почва так, что невозможно ходить босиком даже. Вот. Конечно же, в таких условиях такие температуры переносятся гораздо сложнее. Ну, из-за особенностей, индивидуальных особенностей организмов наших, да, кто-то может переносить жару такую очень хорошо, ну а кто-то, естественно, болезненно, можно даже так выразиться. Вот я отношу себя к тем, кто жару переносит очень болезненно. Мне душно, мне некомфортно, у меня пропадают силы. И я вижу, как себя чувствуют при таких температурах орхидеи. Они тоже дают некие признаки, по которым можно определить, что им такие температуры не нравятся. Они являются для них противоестественными, особенно вот в условиях содержания этих растений дома. Это в их естественных условиях, когда они там висят на дереве под кронами огромных деревьев, когда их то и дело обдувает ветерок, и когда температуры в редких случаях, можно назвать, бывают выше 30 градусов. Это совсем другие условия, и их ни в коем случае нельзя сравнивать с теми, которые условия создаются у нас в домашнем содержании. Поэтому вот ответила я на некоторые вопросы, показала, как, что я делаю, и сняла небольшой такой вот пост-отрывок. Вы видели, сколько я налила воды. Буквально, ну, 50-70 граммов вот в эту плошечку, вы видели, на пол пальчика. И вся посадка в считанные часы полностью впитала в себя эту влагу. И корни растения, главное, растение получило эту влагу. Грунт увлажнять не обязательно. Главное, чтобы корни напитали в себя нужное количество влаги. И потом уже веломен, он будет передавать эту влагу к самому корню, к тяжу. Через тяж эта влага будет впитываться и потребляться растением. Ну, а на этом все. До новых встреч!